Всем привет, дорогие друзья! Хочу поделиться интересной идеей вкусного ужина. Не буду задерживать ваше внимание. Начинаем готовить. Поехали! Итак, у меня 4 кусочка филе лосося. Нам нужно его немного присолить. Также приперчить. Слегка, не сильно. Точно так же с другой стороны. Все, отправляем сковородку на плиту. Буквально чуть-чуть добавляем оливкового масла. Вот так. Ждем, пока нагреется хорошо сковородка, и отправим сюда филе лосося. Не переворачивая, жарим 5 минут. Потом перевернем, обжарим еще немного с другой стороны. Сегодня в гостях у меня дочка. Хочет папе помочь. Нарезаем помидорку черри пополам. Все, следующую. Я поставляю в сторону. Все, следующую бери. Отлично. Молодец. Настоящая папина помощница. Следующее. Молодец. Так, а мы начинаем нарезать зелень. Так, пока Ксения нарезает помидорки, у меня здесь микс зелени. Просто нарезаем мелко. Ну как у тебя там, все получается? Да. Хорошо. Так, с зеленью разобрались. Займемся чесночком. Нарезаем мелко. Хорошенечко измельчаем весь чеснок. Отправляю в сковородку сливочного масла. Первым делом отправляем чеснок. Буквально минуту обжарим и отправим наши томаты. Обожаю аромат чесночка, конечно. Все, отправляем наши помидорки черри. Черри у меня со своего огорода. Очень вкусные, сладкие.
Сейчас мы с вами готовим соус. Наши помидоры нужно немного присолить. Добавляем зелень. Зелень выбирайте на свой выбор и вкус. И почти сразу, как отправил зелень, отправляю сливки. Желательно не жирные. Отправляем сыр пармезан. Пробуем на вкус. Если соли недостаточно, нужно немного досолить. Буквально чуть-чуть, так как сыр пармезан у нас соленый. Все, и отправляем нашу рыбку назад в сковородку. Буквально на одну минуту накрываем крышкой. А теперь время дегустации. Дегустировать первым будет дочка. Вкусно. Это реально вкусно. Идея вкусного ужина, думаю, вам понравилась. А кому понравилось, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, кто не подписался. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новых моих видео. Я со всеми прощаюсь. Пока.